Следующий участник 10-го сезона Абит Мадетов совмещает любимое увлечение с непростой работой на заводе. Меня зовут Мадетов Абит, мне 21 год. Я приехал из села Екпенды. Я работаю старшим оператором на стекольном заводе. Работа тяжела тем, что у нас на заводе очень жарко. Наш цех нагревается до 90-100 градусов. Тем самым работа у нас в огне, можно сказать, всегда. Но при этом есть моменты, когда я уделяю музыке, даже на работе, когда оглядываюсь по сторонам, никого нету, и во весь голос пою. Всегда любил музыку, знаете, и на первые заработанные же деньги, конечно, я купил Bluetooth-колонку себе. Думаю, во мне есть X-фактор, и у меня есть чем удивить судей. Тембр моего голоса, знаете, он какой-то фантастический, можно сказать. Я к тебе приходил, и в морозы, и зной я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нежна, и на все я готов. Но тебе не нужна, но тебе не нужна неземная любовь. Фантазер, ты меня называла. Фантазер, а мы с тобой не пара. Эх! Ты нежна, ты прекрасна, как фея. Ну, а я люблю все нежней. Абит. Да. Без обид. Да нет, какие обиды. Я, честно, не обижаюсь и готов к любому вашему решению. Я, знаете, столько лет мечтал, и я очень рад, что я сейчас стою здесь, перед вами, и готов услышать мнение профессионалов в свой адрес. Мы проголосуем, боюсь, единогласно, и это будет... Нет. Нет, к сожалению. Фантазер. Ты меня называла. Он прям фантазер. Смотрите далее. А как вы нашли Геру? Ему очень повезло. Да. А сколько вы знакомы? 2 дня. А, ну. Чего мы тогда хотели?